Всем привет, такие гей. Сегодня топ-5 аниме-музыки, которые мне нравятся. Может, кто-то будет не согласен, но я все-таки сделаю это. И если у меня уже давно сформировалась эта идея, какие тайтлы будут на первых трех местах, а последнем мне пришлось подумать. И после всех этих размышлений, хождений вокруг да около, на пятом месте Кейон. Да, Кейон больше такой мой слайс, и о музыке здесь не так уж много, как, наверное, хотелось бы, но все-таки здесь больше они пьют чаек и едят тортики, чем занимаются музыкой. И для меня это больше такая ностальгия, чем что-то культовое. Кейон называется теплотой в моем сердце, поэтому оно просто должно быть здесь. И здесь, в принципе, нет даже сюжета, поэтому говорить особо не о чем. И да, меня не хватило на второй сезон. Какие-то у меня сомнения по этому поводу. Но я надеюсь, однажды что-нибудь подтолкнет меня к просмотру второго сезона Кейона. А может и нет. Итак, на четвертой позиции среди большого количества аниме об айдолах мне больше всего приглянулась Love Live. И несмотря на то, что мне очень долго не хотелось смотреть его, слишком много шумихи было, но меня подкупило одно — игра на смартфон. И я люблю всякие Guitar Hero, все эти штуки, они меня успокаивают, и поэтому, соблазнившись этой тематикой, и Love Life у меня стояла долго очень на телефоне, пока не начала глючить и влетать. В общем, меня это очень расстроило. Но все же это подтолкнуло меня посмотреть этот тайтл, о чем я не жалею. 2 сезона, между прочим, в отличие от Кейона. Милая рисовка, но как бы это не главное. Здесь у нас разнообразие персонажей, разнообразие шаблонных, но по-своему приятных персонажей. В каком-то смысле тоже мало слайс, но здесь больше тренировок, создания музыки и формирования группы. В отличие от большинства других тайтлов об айдолах, здесь музыки как-то больше, в том плане, что девочки сами ее сочиняют. И да, сюжет строится на достаточно шаблонных конфликтах. Первый, то есть в первом сезоне, буквально весь сезон, это конфликт между школьным клубом и студсоветом. Но второй сезон посвящен больше продвижению группы, и все же там присутствуют, опять же, конфликты, но уже конфликты между самими девочками. Но оба сезона стоит просто смотреть. Во-первых, если понравился первый сезон, то, конечно же, стоит смотреть второй. А во-вторых, чтобы раскрыть историю и глубину характеров персонажей, а у нас их целых 9, все-таки стоит посмотреть оба сезона. Итак, Love Life на четвертом месте. Итак, наверное, в топ-5 немного странно говорить, что вот этот тайтл открывает первую тройку, но все же на третьем месте звучит Euphonium. И просто новый левел рисовки графики от Kyoto Animation. Все так четко, ярко, и меня просто завораживали эти глаза со всеми этими бликами, они такие яркие, притягивающие, да и вообще вся картинка была очень красивая и насыщенная, в отличие от того же Кейона, где больше использовались такие пастельные тона. Да, сюжет прямой, как доска, просто все понятно, как что будет. Сюжет такой, что есть цель, иду к цели и к успеху пришел. Но внимание здесь уделяется больше отношениям героев, и не только отношениям между людьми, но и отношения между человеком и инструментом. И это достаточно интересно. И также намек на Юри отношения, которых, конечно, нет. Это просто небольшое извращение попытки стать лучшими друзьями. Но все же слишком уж это было показано откровенно и интимно. Но все же это доброе аниме о дружбе, ничего больше. Хотя немножко романтики там было. Я знаю, что многим не нравится тот факт, что оркестр, весь тайтл играет только одну мелодию. Но если посмотреть на это с положительной стороны, это дает большего реализма. Потому что это то, как все это работает. Чтобы сыграть что-то действительно хорошо, приходится репетировать это
неделями, месяцами, ну, кому-то годами. Поэтому щепотка реализма во всю эту волшебную атмосферу, которая достигается рисовкой. Но мне все это понравилось. И, конечно, мне бы хотелось узнать больше о некоторых героях, но невозможно рассказать в 13 сериях о всех участниках оркестра. Итак, второе место уходит тайтлу «Дети на холме». И меня этот тайтл очень впечатлил, когда он только вышел. Конечно, мне, наверное, сложно представить атмосферу 66-го года в Японии и все эти студенческие движения, но здесь все же не так заострено внимание именно на этом. Здесь внимание уделяется отношениям между героями, что тоже хорошо. И эти отношения, то, что связывает героев этого аниме, они все-таки базируются на музыке. Просто музыке, а на одном из культовых жанров, на джазе. И в этом аниме больше привлекает атмосфера, чем сюжет и отношения между главными героями. Но отношения между главными героями меньше интересны, чем между второстепенными. А именно я имею в виду Юрику и Дзюна. Просто было очень сильное напряжение в развитии этих отношений. И с одной стороны, мне нравятся главные герои, с другой стороны, их поступки, их эгоистичность и юношеский максимализм иногда все-таки это меня раздражало. И если вам понравился этот тайтл, начало, вся эта атмосфера, конец уничтожит вашу душу и сердце. С одной стороны, я понимаю, почему сделали такой конец. Он очень реалистичный, до жути реалистичный. Именно за свою атмосферу и за джаз. «Дети на холме» у меня на втором месте. Так, первый и самый мой любимый тайтл про музыку — это, конечно же, «Бэк». Во-первых, я немного знаю, как работает группа. И это первое, что меня привлекает. Во-вторых, музыка — это просто настолько попадание в то, что мне нравится. Конечно, перевод лирики — это что-то очень специфическое. Но сама музыка с самого начала меня очень цепляла. И этот тайтл мне попался тогда, когда мы с моими друзьями хотели собрать группу. И он тогда попал в самую точку. Чем же еще привлекает Бэк? Так это персонажи. Персонажами не идеальными и со всеми своими проблемами и заморочками. Этот тайтл мы просмотрим раза три, наверное. То есть это было в таком порядке: сначала тайтл, потом манга, часть манги тогда еще. Опять тайтл, до конца уже дочитанная манга, и еще третий раз. Да, еще был фильм. Кстати, тоже очень клевый. Мне, конечно, не совсем понравилось, что голос Юкио заменили каким-то звуком, что-то вроде божественного звучания, но все же он стоит просмотра. Я и моя подруга просто плакали, когда они выступали на этом концерте, так что если не аниме, то фильм. Они оба хороши по-своему. Единственное, к чему я действительно могу придраться, 2005 год, если я не ошибаюсь, но все же, это рисовка. Просто в некоторых местах игра на инструментах не попадала в музыку то, как должно быть. И несмотря на это, я просто обожаю этот тайтл. Также, мне кажется, обязательно прочитать мангу, потому что то, что показано в аниме, это даже меньше 1/3 манги. Там есть больше клёвых персонажей, и там всё до конца прямо расписано, все красиво сделано. И просто посмотрите на эту рисовку, на все эти детали, на эту толпу. Все это прорисовано. Это же просто вау-вау-вау. Единственный минус манги — это то, что нету там звука. Я хочу слушать эти песни, потому что я как представляю, насколько клевыми они могли бы быть. Я просто обожаю тайтл. Он, наверное, самый лучший из всех, что есть о музыке. Для меня, по крайней мере. И это был топ-5. Вот на такой ноте хочу закончить. И всем спасибо за просмотр. Пока!